Как-то мы уже делали обзор прикольных вещей из AliExpress. Эта затея вам понравилась, поэтому продолжим. Моноколесо Segway – одноколесный самобалансирующийся скутер, на котором можно катиться на расстоянии 20 км по асфальту и твердому грунту. Такое модное транспортное средство всегда привлекает к себе внимание, поэтому тем, кто хочет быть ярким, оно подойдет как нельзя лучше. И несмотря на это, моноколесо популярно как среди детей, подростков, так и среди взрослых. Одноколесный Segway разгоняется до 16 км в час, зарядки в течение 2-8 часов – хватает на 15-20 километров поездки. Весит транспортное средство всего 10 килограмм, благодаря чему его можно брать с собой абсолютно куда угодно. Максимальный же вес пассажира 120 килограмм. Ну, если честно, мне так сложно представить, кто бы мог кататься на нем свыше 120 килограмм весом. Скорость и направление движения задается с помощью изменения положения тела, поэтому никаких кнопок и уж тем более руля здесь нет. Несмотря на то, что со стороны такая езда кажется чем-то невероятным, на то, чтобы обучиться управлению колесом, требуется всего 5 минут. Ну и в путь. Мини-квадрокоптеры. Черсон CX-10 и 11 – это крошечные квадрокоптеры, выполненные из ударопрочного пластика, и эти квадрокоптеры помещаются в ладони. По размерам они меньше спичечного коробка. Среднее время полета 5 минут 15 секунд, а время зарядки приблизительно 20 минут. Управлять им можно на расстоянии 20-50 метров. Флэш-тату – это новый тренд этого сезона, представляет собой металлизированные временные татуировки с самыми разными рисунками и орнаментами. Флэш-тату подойдут под любой стиль одежды, безопасны для здоровья, и их можно менять, так как они держатся на теле несколько дней, затем без труда смываются. Также тату не портят и не пачкают одежду, многие из орнаментов имитируют ювелирные украшения и классно смотрятся на загорелом теле. Очень прикольно они смотрятся в сочетании с настоящим украшениями. Такие рисунки наносятся очень легко, как перебивочка. Нужно смочить водой, подождать полминуты и готово. Такую штуку можно выгодно купить на AliExpress и менять татухи под настроение хоть через день. Ну а еще выгоднее будет воспользоваться Leti Shops. Сайт letyshops.ru позволяет экономить до 30% с каждой онлайн-покупки в более 500 популярных магазинов. Дополнение для Google Chrome и Яндекс браузера поможет проверить наличие кэшбэка на страницах магазинов. Как получить двойной кэшбэк с интернет-покупок, смотрите в описании под видео. Так, а что это такое? Большая кровать-игрушка в виде покемона Пикачу. А, на ней можно спать, с ней можно играть, а сверху есть кармашек, в который можно залезть. Кровать Пикачу бывает трех размеров. Подойдет она как для детей, так и для взрослых. Очень мягкая и весит около 15 килограмм. Ее можно использовать как отдельное спальное место, так и как матрас. Все большую популярность в последнее время набирают наушники с подсветкой. Они ярко светятся в темноте, и с ними вас уж точно будет невозможно не заметить в клубе или вечером на улице. Есть разные виды светящихся наушников. У некоторых светится весь провод вместе с наушниками, а есть такие, что светится только наушник и регулятор громкости. Такие безумно необычные товары с AliExpress, ребята. Для тех, кто хочет купить что-то из этого видео, ссылки смотрите в описании.